современный человек проводит в сети в среднем 7 часов в день, читая новости, зависая в соцсетях, приковывает тело к дивану, стулу, развивает асимметрию. Здесь я расправляю свое тело, здесь растут мои крылья за спиной. Каждый раз я сталкиваюсь со своим невидимым противником. Ничего не дается просто так. Я побеждаю его каждый раз, потому что он — это и есть я. Другой я. Здесь меня наполняет чувство любви к своему телу. Здесь я дышу глубже. Здесь я теряю чувство страха. Делаю выбор двигаться дальше. Становлюсь собой. Теряю чувство собственного веса и притяжения. В моем необъятном пространстве, где я чувствую себя сильной, где я люблю, где я побеждаю. World Class — это мой космос.